Привет, именно. Короче, привет. Хорошо. Я спешу. Да. Смотрите, здесь 8 предметов деятельности профессора Строка. Выбираете то, с чем вам наиболее интересно взаимодействовать в профессии, один или два, и под названием ставите звездочку, а на клавиатуре сразу 8 минут построю. Два можно? Один или два выбора, да. Все, это я так нажал, выбрал. А слева виды деятельности, то есть то, что конкретно можно делать в профессии. Тоже выбираете один или два. Получилось 4 зеленых квадрата пересечения. Там, скорее всего, есть те профессии, которые вам наиболее интересны. Можно не все из них, только не из. А также можно использовать всю матрицу профессий, так как там более 200 профессий в удобной структуре, возможно, какие-то еще профессии вам вас интересуют. Результат я вам расскажу. Также есть список сайтов и книг, которые полезны при выборе профессии. Там можно и образовательные учреждения поискать, и посмотреть вакансии различных профессий и так далее. Вот. И листовки нашего центра, которые вы можете найти, вы можете взять. Там по QR-коду можно вас найти. Вот ваш результат. На обратной стороне небольшая памятка о том, как выбирать профессию. И контакты нашего центра. Спасибо, Юрий Иванович. Вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Возьмите.